Всем привет! Как обещала, сейчас покажу сводчи и сравнение вот лайнеров из Доброута, на который я уже делала обзор, и сравню его с остальными, которыми есть похожие. А похожие есть. Начнем с голубых. То есть это вот сейчас ламель, по-моему. Сейчас, да. То есть, ну, это обычный карандаш. Ой. Дальше идет из Добробута. Тоже ламели, уже тоже лайнер. И тоже это Pong Lambie. Но он прям голубой. То есть вы видите, что в принципе плюс-минус они похожи. Если бы еще фокус был. Фокус, приди. Ну, плюс-минус вы понимаете, что вот этот от Ламель и Добробут, они плюс-минус одинаковые. Ну, кстати, вот тот Добробута, видите, он растекается. То есть плюс-минус одинаковые. Эти одинаковые. И, по-моему, блин, стоят они плюс-минус одинаково, так что можно выбрать один. По поводу вот этих двух, ну, блин, честно, я бы не посоветовала ни один, потому что, ну, нет, это не голубой. Хотя тут написано, это голубой должен быть. Так, с этим закончили. Извините, что я так носом делаю, шмыргаю на насморк. Синий. И вот Гламби синий. Кстати, да, вот они отличаются. Но опять же, я бы посоветовал вот этот лучше. Да, он будет дороже, конечно, но... Хотя, в принципе, этот рисует тоненько, но я вчера показывала, что он сам себя стирает. Поэтому... Или это на тональнике, потому что, видите, тут нормально, без проплешин. Извиняюсь за звук, у меня просто открытое окно. Короче, с этим понятно. Дальше белые цвета. Из Добробута. И Гламби. Мне кажется, они будут одинаковы. Ну, как бы да. Они одинаковые. Но, по-моему, я знаю, что вот эти от Гламби... У них косяк, они трескаются. По-моему, не все, но трескаются. Вот белый, по-моему, точно трескается. Поэтому, как бы, тут они одинаковые. Лучше Добробута взять, дешевле. Желтый. Щедро так нарисовал. И Гламби. Видите, тут надо несколько слоев делать. Но, опять же, от Гламби он ярче. Это видно. Этот, извините за выражение, какой-то цвет санины. Но вот этот тоже трескается. Я уже проверяла. Поэтому, не знаю. Лучше желтый карандаш. Что, по-моему, вот как раз сейчас... Вот в этой линейке, я могу ошибаться, но, по-моему, точно есть. Есть желтый карандаш. То есть лучше его купить и аккуратненько им рисовать. Нет, сейчас у LCF есть карандаш тоже. Желтый. Там есть сейчас цветные карандаши. Так что да, лучше их купить. Потому что, в принципе, что один, что другой лайнер, ну, мне не очень. Дальше. Так, аккуратно. Ничего не сносим. Я не знаю, будут плюс-минус они одинаковые или нет, но мне кажется, вот эти точно будут. Ну, давайте сначала вот возьмем Гламби. Вот он, кстати, хороший, он не трескается, вот этот. Теперь берем Медузу лайнер от Ламель. Ну да, видите, они разные. И теперь из Добробута. Ну, как бы, они одинаковые. Но, сейчас,
от Добробота он растекается, но как бы не ви... в принципе не вижу в этом проблем, потому что он, кстати, вот в прошлый раз он не растекался, нормально было, поэтому нет. Так что если взять из этого, то вот этот и вот этот подходит. Этот, ну блин, если есть этот дешевле, зачем брать дороже? И почти конец. Идут розовые. Так, я уже сейчас буду вытирать, наверное, руку. Я так щедро рисую вообще. Дальше Добробот. Ой, вот так все хорошо начиналось. И Глэмби. Что я вам могу сказать? Из Добробота хрень собачья. Поэтому не знаю, вот посмотрите просто, какой из вот этих дешевле, и купите лучше тот, который дешевле. Все, то есть. Потому что этот, я не знаю, что с ним. Она может потрясти надо. Видите, вот если надавить, то нормально рисует. Но, блин, такое ощущение, что он вытек уже просто нахрен. Здесь, поэтому. Так, сейчас, извините, сотрем руку. И, кстати, проверим, как они. О, кстати, красивая. Радуга такая. Да. Сейчас. Тут у меня что-то на телефоне. Так, у нас сейчас выбора нет. Нам надо все равно это стереть. Ну, кстати, можете наблюдать, насколько они все стойкие. Я просто сейчас до красноты сотру. Вот этот желтый, он, кстати, легко стерся. Вот. Сейчас вытрушу. И финалочка почти. Фиолетовый. Из Добробота. Здрасте. Вчера хорошо рисовал. Такое ощущение, что тоже вытек. И Гламби. Да что ж такое? О. А, я, видать, измазала. Ведь он присох. Ну да, они, кстати, отличаются по цвету, но... Честно, по цене я бы посоветовала лучше вот этот, но... Он первый раз и второй раз нарисовал нормально. Сейчас вы видите, ну, полупрозрачный. Поэтому, ну, не знаю, советовать тратить деньги я вам не хочу. Не вижу смысла просто в этом. Поэтому, не знаю, может где-то в интернете можно найти более дешевый. Но если вам уж сильно захотелось, лучше покупать вот этот. И, кстати, он не трескается, он классный. Я проверяла. Вот и теперь лайнер от Добробота и от LC. Господи, уже вот Ламель, карандаш. Ну, карандаш как карандаш, он хорош. Ну, плюс-минус они одинаковые. Конечно, этот такой более светленький, но, опять же, это карандаш, его затачивать надо, поэтому лучше лайнер. Видно, что он оранжевый, он классно рисует, так что вот так вот. Подытожим. Сейчас я вот так вот встану. Даже вот так вот. Что? А, нет, так лучше не стоять. Лучше иногда, конечно, ну, возможно, и потратиться. Но нет. Я бы посоветовала лучше купить вам лайнеры из Добробота. Вы сами увидели, что есть похожие. Они более дорогие, но они всегда не лучше. Поэтому... Вот, например, белый, то, что от Добробута, скажем так, вот он лучше, потому что белый трескается. Ну, и они, в принципе, оба не пигментированы. Поэтому так вот. Если что, вот сколько у меня лайнеров просто. Все проверили, вы все увидели сами, вам делать выводы. Спасибо за просмотр. Пока.